Доброе утро, горячие, с вами Рунтик. Сегодня мы поиграем в игру Брикрикс, и, ребят, сегодня мы будем тестировать танки. Да, тут, кстати, еще Турбо, Рунтик просто ЧСВшник, в общем, да. Это Рунтик и Турбо тут. А, я что, не это, не поздоровался? Да. А, ребят, да это уже просто, в принципе, профессиональные привычки, я просто не помню, когда мы последний раз снимали Турбо. Так, в общем, всегда. Ребят, у нас сегодня такая идея, в общем, мы взяли, так сказать, два танка. Мы понимаем, что все это не ново, потому что что-то придумать реально конкретно новое на Ютубе тоже довольно-таки сложно, а и как бы дорабатывать и другие идеи — это нормально. В общем, ребят, мы взяли два танка, сейчас только я перейду за полицию, чтобы ты меня не видел. А, точно. Вот, и... так сказать, сейчас будем проверять, кто из них лучше. В общем, ребят, у Турбо есть примерно жизнь 3, у ребят, у меня есть жизнь 1, потому что у меня вот такая вот Петасау, это Т-28, просто нереально крепкий. Ну как, все-таки по Брикриксу тут как бы все равно, если попасть куда-нибудь в место, где что-то забагуете, как бы сломается, но вы понимаете, но он все равно довольно-таки крепкий. И у Турбо есть маленький танчик, давайте я вам сейчас его покажу. Так, только как мне интересно, покажу, если даже не знаю, где ты стоишь. Да, я примерно в центре города стою. Я не знаю, как, кстати, называется этот танчик, сразу напишите в комментариях. В общем, Т-26. Т-26. Я знаю, да, Т-26. Вот, а ты что, тоже за полицию, что ли, перешел? Я не, за криминалов. Так, ну вот, все, короче, ребят, у Турбо Т-26, у меня Т-28, максимальная скорость 12 км в час, 13, ну вы понимаете, ребят, то есть... Да у меня не сильно выше, хотя нет, побольше, 20-ку еду, не, 19, ладно, все, максимум 19. Я как бы еду из аэропорта нападать на город, потому что ПТ-шка стреляет по, так сказать, ну слушай, это очень медленно, это вообще жесть. Но исторично, зато исторично, ребят, не знаю. Да. В следующей катке, наверное, мы не чуть-чуть хотя бы ускорим этот танчик, потому что, ну, это вообще сейчас невозможно. И, так, ну ты надеюсь, сразу-то не будешь уезжать так на меня? Не-не-не, я тут это, у меня тут оборони... Я тут это придумал, короче, тактику. Да, кстати, мы сейчас, знаешь, что... Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы, короче, смотри, у меня пока есть, типа, ну, такая цель — херачить по городу, пока у меня есть такая возможность. Это да. Только у моего танка есть проблема, у него нет вида от первого лица, поэтому... А у меня... Я сейчас понял, что у меня тоже нету. О, ну все, будем куда я стреляю. И, короче, кек в том, что у меня вообще не этот... Вообще никак пушка не управляется. Ну, типа, я не знаю, как я по тебе буду в таком... Но ты можешь только, если ты сам поворачиваешься ко мне, только вот так. Это понятно, а я даже вверх-вниз не могу. У-у-у. Так, тихонечко. Я что-то тебя не вижу. А, нет, вижу. А, погоди. Лоу. Ты чё? О, попал в тебя, нет? Нет, погоди, просто у меня... Кек, у меня... Что там у тебя? Короче, патроны долетают, ну, максимум, что-то совсем недалеко от меня. А, о, ты меня видишь? Блин, что это? Что произошло? Я видел. Что это было вообще? Я не знаю, короче, я поехал на город. Окей, сейчас я просто починюсь. Я не понял, что это было, ребята, вы сами видели какой-то бред. Но, в принципе, ладно. Да блин, что ж так высоко? Ну типа попасть по тебе вообще, Андрей. Да, у меня так же. Был бы прицел хотя бы. Да у тебя хотя бы есть шанс как-то, ну, я не знаю, типа выбирать, куда стрелять. А я стреляю в здание. Ой, блин, это было, кстати, близко. Ну-ка. Очень близко. Я даже не знаю, куда я... А, погоди, я выше стреляю. Ой, я все попал. Ты попал. Опять попал. О, неприятно, я встал. Так, стоп. Блин, зря, стоп, вот я сейчас стоп, немножко... Стоп! Подожди, это что-то разваливается. Так, ладно, я поехал в атаку. Блин, правда, мой танк еле-еле поворачивает. Ребят, я даже не знаю, кому жизнь-то давать вообще. Эй, давай! Блин, ну у меня танк, он вообще ужасный. Я бы тоже его поменял, на самом деле. Что он не поворачивает, во-первых. Он поворачивает только на скорости. А если я хочу вот на месте развернуться, я хрен получу. Так, ну окей, все, я вроде как выбрался из своих деталей, я теперь обратно могу. Вот как видите, ребят, Турбо по мне попал как бы несколько раз, да, но я все равно еще продолжаю ехать так дальше. У тебя крепкий, блин, не... танк, ну у тебя пушка зато там, ого-го, но ей нужно еще попасть. Да я вообще не знаю, как попадать, потому что, как видишь, у меня по патроны всегда летят выше. Блин, у меня... Я даже не могу понять, где у меня вообще патроны летят, куда. Знаешь, битва, я не знаю, каких-то битва этих... слепых. Не, битва, знаешь, когда тебе пришел на дискотеку там для старперов. Воу! Попал. Ух ты ж, блин, близко. Ну мне-то пофигу. Идем в атаку. Так. Блин, выше, блин, куда я все попадаю-то? О, блин, я тоже вообще такой... Ладно, окей, все, ребят. Еду на пролом. Все-таки надо защитить еду город любой ценой. Еду в магазин Рунтика. Так. Ух ты ж, нихера себе, ты мне тут поломал. Блин, это было близко. Ребят, дело в том, что мне хватит одного раза.
Мне не раз. Блин, как же ты стреляешь? В него сдохни, попасть. Сдохни! Понимаете? Давай! Один раз! Мне нужно в него попасть один раз! Ну ты пытался! Давай что-нибудь другое возьмем, это вообще просто, блин, я не знаю. Ну да, это была такая, знаешь, самая медленная битва в моей жизни. Короче, хрень вообще полная. Ну просто, ребят, вот смотрите, вот если это сделать так, например, как это будет, это выглядит вот так. Больно, ну кстати, не, еще, во, все, теперь уже все. Хотя нет, подожди, да. Ну я, вот, все. Вот теперь вообще три точно, все. Я уже на второй-то не мог ничего поделать. Сейчас тоже точно, да. А мне в тебя вообще, сколько я в тебя раз там попал, до хренища. Вот, да. Вот просто, ребят, сравните. Что просто нет? Минус башня. А ты у меня попал уже, что ли? Да. А, у меня просто не было пока что. Еды. Это знаешь, как с кулака так подбородок дал. Жестко. Давай тогда поменяем танчик. Да, давай поменяем. Мне, в принципе, этот танк понравился, но он чересчур медленный. Ну просто... Согласен. Так, друзья, вообще мы поменялись танками. Я дал турбо какой-то там советский танк, как было. То просто было написано советский танк. Сам он вроде взял... как советский, но сзади еще вон немецкий, вижу эти штучки. Да, короче... потому что это вообще так-то на тигр похоже, если честно. Ну, я не знаю, чисто лично. Но, это вообще похоже на какой-то, не знаю, страшный ужас. Столько пушек. Не, но если вот так по факту говорить, то он реально похож на тигр. Я себе, ребят, взял вот такой танчик, я не знаю, вроде разработчик, наверное, считал, что он должен хорошо управляться, но типа нет. Ребят, ни разу. Нет, разработчик не прав. И еще, кстати, можно, знаешь, как сделать? Можно еще сделать же вот так вот, чтобы было атмосферней. Не зима, ты че? А, туман? Я думал, снежок пошел. Туман, ты че? А что, дождь? Да, ты все перебрал и все что-то перепутал. Так, а где ты? Это... Нет! Здорово! Блин, ни хрена себе, он у меня не такой же крепкий, тебе скажу. Вот это было жестко. Так, погоди, проворность моя. Не, пушка проворность. Не проворок. Да. Ой. Ладно, окей. Ну, ты знаешь, да. Проворность танка на самом деле это залог успеха примерно на 50%. Потому что можно поставить крутую броню, можешь поставить крутые пушки. Но, как бы, проворность. Я тебе скажу, что броня у меня вот не крутая точно. Пушки-то еще да, но вот броня что-то. Ты мне прям одним выстрелом всю боковину левую просто... Снес. Ну это нормально, потому что у меня как бы эти пушки жесткие. Я смотрю, тут колеса у тебя от тебя. Ой-о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 й
Пока я соберусь в тебя стрельнуть. Ты так. Уже... Подожди, я даже не помню, куда ты делся. Я пока, знаешь, менял этот вид. А вон. Блин. В смысле, вон ты? Вон. Я заколебался уже эти заборы ломать. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Да, пожалуйста! Пожалуйста! Да. Ладно, уехал. Да. Окей, окей. Ребят, я сейчас мало жестко комментирую, потому что я сосредоточен. Я не хочу ударить в грязь лицом. Блин, это сейчас было на самом деле очень стрёмно. Я понял такой, типа, братан, это фиаско. Но нет, на самом деле, в последний момент... Блин, у меня он сейчас направо не поворачивает практически, из-за того, что колес мало. Так, ну у тебя есть как бы борьба. У тебя... Короче, у меня есть цель, как бы, тебя завалить. У тебя есть цель от меня защититься. Ну, у меня тоже тебя надо завалить. Защититься заваливанием, так сказать. Защититься заваливанием, да, это понятно. Сделал вот в чем. Да. Нет, ну все, мне сейчас будет конец. О, в смысле, у меня реверсия на эту, как его? Yes! Да потому что... А что случилось? Да у меня пушка, я поворачиваю в одну сторону, она крутится в другую, блядь. Чё за хрень? Как я должен был это прочитать? А сейчас у тебя так же или нет? Да. Давай, короче, поменяемся, теперь ты на этот, а я на этот. Давай, ладно. Давай, чё, давай попробуем. Сел. А, ты сел? Окей. Подожди. А, реально, что? Что? Ты вообще капец неудобно, на самом деле. Да я уже. Да, это в голове сразу, знаешь, так. Все, я вообще уже еду. А что тошнить начинается? Так, слышу грозу, слышу молнию, но слышу. Гром дождь, гремит, земля трясется, турбо с рундиком. Это турбо несется. Да-да-да. Не важно. Вопрос, а ты чё замолчал? Не-не, я просто это самое... Был напряжен, да, думал, что... Да ты просто меня заметил, да, такой... Ты хочешь сказать, что ты меня не видел, да? Не, я тебя видел, когда ты поворачивал сюда. А куда ты потом делся, я уже не видел. Да в смысле, я сейчас прям перед тобой проехал. В смысле? А, видимо, я по бокам смотрю.
Я по бокам просто смотрю. Не видел. Не видел. А я. Ты чё? О! Ай! Ай! Блин, стой! Падла, говнюк! Фига, ты тут прям так ждал меня. Все, давай теперь возьмем реально какие-нибудь прям разные танки и... Давай. Тебе неудачи, что мой танк не взорвал. Да отстань! Зато тебя взорвал. Так, друзья, наконец-таки у нас будет та самая борьба, которую мы хотели намутить с самого начала. Ты еще уже можешь ехать. У Турбо огромнейший танк, у меня маленькая пипирка. Не, пипирка маленькая, это понятно, а танк-то у тебя какой? Да-да. Танчик у меня какой-то маленький этот немецкий танк. У Турбо Ратта, в принципе. У меня большой немецкий танк. Я не шарю, как это называется. В общем, у Турбо есть задача завалить город. У меня есть задача завалить Турбо. Давай, у тебя там еще парочка жизней. Да, сразу ряд предупрежу, погоди, это я сейчас остановился. У Турбо, как бы, у меня есть, как бы, сколько? 5 жизней, получается. Я бы тебе сразу, кстати, не сказал бы, что ты ехал. Так. Блин, погоди. Мне просто интересно, могу ли я тут... Блин, по мосту проехать? Да, не стреляй, стой. Да в смысле не стреляй? Да ладно, 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 стреляй. Оп-оп-оп. Нет. Стреляй. Да блин, повыше. Да куда? О. Да хера себе, в тебя уже сколько раз попал. Ох ты так, собака. Так, хорошо. Я вроде даже и по мосту проехал, и это самое. Так, окей, подожди, у меня... Так, еще одна жизнь. Ну ты мне попал, погнали. Кстати, ты мне пушечку одну отвалил. Не, кстати, я, скорее всего, дома развалить не смогу. А, нет, вот сломал какой-то домик. Давай, у тебя будет задача, короче, город развалить, да. Так, на! Ух ты. А, вон ты! На! На! Да вались же ты! Да вались а, же а, ты! А, ноу сигнал! У меня камера есть. Сломалась на этом, на компьютере. Ну, ай, блин, тебя... на пушке. Да, а я думал, у тебя минус этот. Как его? Типа, минус башня. А, да, она... А, я не могу, все, я не могу стрелять. Ё-моё. Всё, я... А у меня сзади какие-то пушки есть, я не знаю, как они работают. У меня, на них кнопки... Вот ты ими шевелишь. Я, они сами, да, шевелятся. У меня, видимо, нет кнопки, которые... Во-в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 о-
Блин, говню. Не, все, у меня вообще не стреляет ничего. Блин, какая же жирная тварь. А сколько тебе лет? Что-то как-то рано у тебя. Ха, не смешно. Давай, да. Блин, падла даже не едет уже. Да не-не-не, все, короче, это фиаско, братан. Погоди. Пока я жив. А, ну окей, да, давай тогда тебя прям дозавалить. Ну, мне кажется, это невозможно. Да, все, а я почему-то помер. Смотри. Ты это видишь? Да. Давай. Хочу переехать. Ну ладно, окей, давай еще разок. Ну, давай. Типа, зареспанься. А, ну окей. Ну это уже будет четвертая жизнь, получается. Ну да. Не, ну в любом случае, тут я думаю, ты уже победил. Мне просто интересно, еще разок ты сможешь. Сможешь ли ты меня добить? Мне кажется, это невозможно. Ты на кого полез? Вот ты, блин, ты такой юркий, я пока повернусь, блин, своей жирной тушей. Я на эту рату сяду уже. Ну да, давай, ладно. Это уже засиделись, блин. Так, друзья, вообще, мы, так сказать, продолжаем, это заканчиваем. Блин, эти пушки реально как-то в рандомном этом порядке крутятся. Ну нихера себе, эта рата быстрая. Ну я не знаю, как этими пушками стрелять, видимо, нужно еще кнопку какую-то было настроить. Так, смотри, короче, у меня тогда задача, ну ты помнишь, как бы завалить этот город. Так, слушай, погоди. Я что-то не шарил, где вообще прицел? Не, там это, два раза вроде надо нажать, чтобы прицел был от пушек. Ой, ёхарный бабай, вот это мне прилетело. Окей, минус одна жизнь, когда всё, я пойду. По зданию. Окей, так, я пошел с другого давай, места. Давай, рушься. Так, а ты где? Блин, из-за тумана так-то вдали вообще не видно. Вообще нихера не видно, я тебя тупо как-то по этому, я тупо смотрел, откуда патроны летят. Ой, что-то мне... О, ага. По-моему, по пушечке попал, или мне показалось? Не видно просто, я, знаешь, так по силуэту стреляю по какому-то. Я даже не по силуэту, я просто смотрю, откуда патроны летят, вот тут же стреляю. Да твою мать. Тихо. Ой-ой-ой, ты очень... Ой, подожди. Так, ладно, окей, надо передислоцироваться. Я, понимаешь, я по тебе реально стреляю по этим патрастерам, как это я говорится. Понял. А, о, наконец-то я тебя видеть начал. Блин, да. Зря я поменял место. Ладно, окей, все. Я тебе дам подъехать чуть поближе, пока я там пой. Ну хрена то охренел. Взял небоскреб, сломал. Еще. Да, это турбо, короче, задача тупо снести меня. А у меня задача снести это здание. Пока что я тебя вообще не вижу. Ну ты подожди.
Так, 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 погоди, у меня тут мост. Хе. Ну я по нему проехал. Я понимаю. Опа. Я так и думал, что ты откуда-то тут поешь. Нет! Так, я еще жив. Да! Я еще жив. А, ну у меня. Есть. Блин, понял. Окей. Блин, слушай, это уже получается третья, да, была жизнь? Третья жизнь. Да. Блин. А у меня еще все пушки на месте. Минус два здания. Я есть что-то. Это, три здания снес. Да молодец, что. Поздравляю. Да. Хера тут на самом деле. Ты так, через мост проезжать будешь? Через. А зачем мне через мост проезжать? Ах ты какой. Опа. Да. Тихо. Да. Это просто давай. Невозможно. Как. Как через пушки стал? Так, подожди, а я тебе хоть что-то отломал? Я не знаю. Блин, что за бред? Блин, здание, ребята, падает, это реально очень сложно. Короче, Рунти, походу, чемпион. Опа. Опа. Нет. Ну, сигнал! Фух. Ты сейчас стреляешь, да, вроде? Давай. Нет. Все. Все? Фух. А, не, стреляю, погоди. Одна пушка есть еще. Блин, вот это плохо. Была, все сломал? Да. Так, окей. Так ты собака. Да есть, падла. О, не, погоди, еще есть, погоди. В смысле есть? А! Что за обман? Есть! Ты это что? Не обман, я сам, я просто не понимал. Обманщика. Я уже все, знаешь? Ой, ты еще меня поиздевался, унизил меня. Ну все, короче, ребят, я думаю, это победа Ратте в моем случае. Если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на наши каналчики, пишите, как можно дополнить еще эту рубрику. А вам всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока. Блин, куда ты шлопачишь?